Итак, приветствую вас, мои друзья и гости канала. И давайте мы с вами сегодня погуляем по пляжу Дагомыс. Почему именно здесь? Не знаю, может быть, звук у нас не очень хороший. Но здесь у нас очень много людей, которые уже отдыхают. Уже у нас даже раздевалки поставлены. Уже у нас даже смотровые площадки поставлены. Просто там пока никто не дежурит. Ну и в целом у нас пляж, смотрю, прибрали, да, довели до логического завершения. Почему именно сегодня я захотел? Потому что так получается, что у нас жилой комплекс «Кватер» пользуется спросом, и я уже третий раз сюда приезжаю. Третий раз. Поэтому, ребят, давайте с вами немножко пройдемся. Здесь у нас можно покататься, прокат, можно взять кайт на доске. В общем, много чего здесь есть интересного. Не успел я заснять для вас ту картину, как можно хорошо ветрячком проводить у нас время. Как видите, здесь у нас уже довольно-таки много народу, и все у нас уже не просто загорают, да, по попой кверху, но еще у нас и купается. Давайте я тоже вам все покажу. Здесь у нас рядышком строится каравелла Португалии. Здесь бы я даже не ожидал, что на пляже будет столько народу. Потому что, например, у меня клиенты остановились в городском городке. В городском городке пока у нас еще народу нет. Да, и там, конечно же, их раздражает больше всего. Это то, что, как вам сказать, это пляжи, да, в городском городке еще грязные, там ничего не готово. Ну а здесь посмотрите, да, все чистенько, все опрятно. Ну реально, посмотрите, ну, классно. Ну и, конечно, много народу. Жаль, конечно, что там никто не загорает у нас топлес. Я бы вам снял бы хорошее видео. Но, да я шучу, мальчишка, шучу. Я знаю, что у нас все здесь культурные, все этичные. Поэтому давайте прям немножечко еще посмотрим. Вот, смотрите, тоже я аж загорелся. Я в Египте учился кататься на доске с парусом. И сейчас тоже с большим удовольствием взял бы и прокатился. Дальше, если мы пройдем, мы с вами попадем на платный пляж, который у нас относится к санаторию Дагомыс или к отелю Дагомыс, как угодно можете называть. Ну и хотел бы показать, что все-таки пляж у нас чистенький, все здесь хорошо. Опять же, на пляже у нас имеется и в том числе и набережная, где можно прокатиться на велосипеде или просто пройтись пешком. Ну и море сегодня красивое, хорошая видимость, но есть небольшой ветерок, да, и тем самым немножко мне препятствует взять и полетать, потому что страшно, что у меня квадрокоптер может взять и снести в море. Хотя я вчера уже на квадрокоптере здесь летал, я думаю, если я еще раз пролечу, то это будет с моей стороны перебор 100%. В общем, ребят, смотрите, все красиво, все классно, просто огромная пляжная полоса, санаторий рядышком Дагомыс. И я могу сказать, что уже у нас пляж Дагомыс к курорту, летнему курорту, да, к смене, может быть, к лагерной смене или еще что-то можно подобрать, уже в принципе готов. Люди у нас не только еще и купаются, не только они у нас загорают, хотя загорающих очень-очень-очень много. И все счастливые. Блин, надо мне тоже все-таки взять и искупаться один раз сходить. Надо брата взять с собой и просто взять, сказать, два толстяка пугает море. Все, ребят, теперь пока. Если вдруг заинтересовал район Дагомыс, нужна какая-то консультация, хотите узнать про школы, про музыкальные школы, хотите узнать про строечки, которые здесь идут, либо хотите просто проехаться со мной сюда на экскурсию, да, то звоните, не стесняйтесь. Если же просто есть какие-то вопросы, да, есть вопросы, не знаю, там, любые вопросы, можете звонить, либо писать в WhatsApp, я с большим удовольствием отвечу. Ну и опять же, если вдруг кто-то из вас, ребят, сдает у нас квартиру в Дагомысе, именно сдает, я знаю, что много местных меня смотрят, тоже звоните, у меня клиент приезжает, ему нужна срочно квартира в Дагомысе, желательно побольше, поэтому звоните, я напрямую вас веду, мне не нужно никакие комиссионные вознаграждения, ничего не нужно, мне нужно, чтобы мой клиент, который у меня покупал квартиру, остался здесь доволен. Поэтому, ребят, кто в Дагомысе, у кого есть квартира в Дагомысе, звоните, давайте с вами сотрудничать. Просто позвоните мне как другу. А теперь, ребят, всем пока и идем с вами дальше.